Привет. Ну вот этот город называется Джинно. Мы сегодня здесь. Опять горы. На палубе опять люди ходят. Тут вот интересный самолет только сейчас приводнился. Вот я его сейчас краешку покажу. Ну, говорю, что самолет здесь как видно, да? Самолеты здесь как такси. Ладно, пойдем на другой борт. А, с другого борта поинтереснее. Это все наши пассажиры уже ломанулись. Ну там-то гора. Конечно, что там еще может быть. А вот здесь даже какие-то магазинчики. И что-то в этом роде. Прям не сходя с места. Куча автобусов. У нас сегодня нет никаких экскурсий. Да что с ними? Я вчера устал, как слон. С этой железной дорогой под небеса. Да, здесь уже посолиднее. Городок. Снимаю я с палубы, естественно. Да, вот и мы сейчас там пойдем покушать. Мы сегодня что-то заспались. Ну ладно, еще поснимаю что-нибудь. Пока. Вот, красивенько. И куда он сейчас пойдет? Давай, давай, мужик, давай, давай. Пошел. Давай, пошел. Умница. И пошел, красавец. Интересно. И над горами. И туда. Ладно, что тут еще интересного есть? Я забыл сказать, что это Джинно. Это столица Аляски. Такой городок. О, еще один идет. Он за нами охотится. Мы вчера его видели. Еще один, я имею в виду вот этот крокодил. Это норвежский, да? Норвежский. Он не норвежский, он американский. Он просто называется Norwegian Cruise Line. Ага. Такой симпатичный. А вот это матросики стоят, кстати. Вот они здесь что-то делают все время. Вон здесь самолет. Где самолет? Вон. Это он же. Нет, тут туда отправлю. Да. Да, тут их много. Ну ладно, еще потом поснимаем. Переходные такси. А, Джуна, столица Аляски. Да, это мне жена сейчас сказала. Я что-то включил? Вот интересно, мужик зарабатывает. Вот мужик зарабатывает. Опа! Орел. Ну ладно, нам сказали, что здесь где-то есть библиотека. А в библиотеке есть интернет. А в интернете надо будет зайти. Красивенькие места. Интересно, а вот там вот наверху люди тоже живут. Как они живут? Ну, как-то живут. Ладно, пока. Просто маленький кусочек. Вот посмотрите, люди путешествуют даже вот на таких колясках. Почему нет? Это наши. С нашего корабля тети. Тут у нас еще один без ноги был. Она нет. А, это у нее просто вокер. Ну, тем более. В смысле, тем не менее, с вокером.
Что говоришь, почта, где почта? А вон они, ее видишь, красные полоски, а, почта, да. Почта, да. И опять рука. Что-то все руками показывают. Вот зеленый флаг. Почему зеленый, я не знаю. Какой-то азербайджанский. Зеленый почтовый флаг. А, вот жена подсказывает, почтовый флаг. Ах! Яска. Жемчужина у моря. Ох, Аляска. Интересно. Вот еще я подключился. Я с утра мельком снял. Вот это киоски. Там можно брать. О, whale watching. Можно брать туры. Да. И вот там можно смотреть на тюлень. Ой, как whale. Кит. Кит. Что там еще? Helicopters. Float planes. На геликоптере. Ну, на вертолете. Дальше классические туры. Дальше вот эти вот whale. И дальше я не вижу. А еще один whale watch. Ну, смотреть на китов, короче. Сидишь, а там на тебя кит. Ну, интересно. Ништяк. Опа, вот я снимаю каюту. Тут какие-то вот ящики. Тут туалет. Ручка тесновато. Немножко. Чтобы снимать так-то ничего нормально. Это диванчик, какая-то картина. Ну, тут все видно все. С этой стороны еще большое зеркало. Это я там сейчас выскочу. Это телевизор. Ну, у меня здесь компьютер стоит. Все. Ох, как красиво. Это пристань. По-прежнему Джуна, Аляска. Столица штата. Время 1 августа. Теплынь. Мы на корабле. Я продолжаю. Это палуба. Видите, здесь пусто. Все смотались в Джуну. Это все еще Джуна. Я решил просто показать. Если кто-то здесь будет еще, то где здесь еще находится. Вот сразу с правой стороны очень характерное серенькое здание. Ну, это парковка, но это кому нужно. Библиотека. Вообще у библиотеки вход вот там на том конце. Но я уж не знаю, совпало это или нет, но сегодня вход оттуда закрыт. Написано, что лифты не работают. И подниматься нужно вот по этой лестнице. Вот он вход в библиотеку. Вот там аж на 5-м этаже. А, библиотека. Для чего нужна библиотека? Ну, здесь бесплатный Wi-Fi. Правда, он не очень такой
скоростной. Ну, в принципе, я залез на свои сайты, посмотрел, что как. Сайты, черт возьми, не работали со вчерашнего дня. Отключилась база. Ну, ладно, я все поправил, почту принял. Хорошо. Вот я опять сейчас сюда переключусь. Вот трап. Ну, если кто-то на подобном корабле прибудет, вот как с трапа сходите. Там прямо магазинчики. Там вообще достаточно характерно, уже не первый раз. Это не первый город. Очень много драгоценностей разного рода, причем, ну, уж не такие дорогие и очень красивые. Тут, видимо, их добывают, какие-то драгоценные камни и золото, и можно купить. Очень большой выбор. Кстати, русских магазинов тоже полно. Буквально в каждом городе. Ну, еще что здесь? Меха разные продают. Ну, вот прям там напротив. Вот здесь типа медвежьей шкуры. Потом какие-то лисьи хвосты и что-то в этом роде. И вот вообще вот по этой улице, вот если влево-вправо пройти, там как раз куча вот этих магазинов. Ну а дальше, я не знаю, мы туда, во всяком случае, я не ходил. У меня сейчас жена смоталась еще разок, а я здесь остался. Неохота мне болтаться. И еще такой момент интересный. Вот заходишь на пароход, вот там красный коврик. Обязательно нужно сначала, вот смотрите, сейчас будет момент, он ему предложит, ну тому пофиг, руки полистерилизовать. Вот там такая баночка, вот она, и они очень боятся на корабле всяких этих заразы, не дай бог, конечно, ляжем в дрейф на пару месяцев, если кто-то заболеет. Вот, и все время, и перед столовой вот такие вот тоже баночки стоят. Просто рукой провел. О, велосипедисты. Ага. Катаются. Это местные, естественно. Странный велосипед. Скорный, наверное. А вот. Пожарка зачем-то встала. Ну, так и вот. И вот и перед столовой тоже вот такие стерилизаторы. Обязательно. И причем он там стоит такой. Индонезиец. Тут команда в основном, я имею в виду обслуга индонезийская. Мы поговорили с нашим в ресторане. Вот, они вчера, кстати, концерт какой-то устраивали. И вот они здесь плавают. Такие улыбчивые, мелкие, темноватенькие. Вот. Ну, что еще сказать? Да, столица. Джуна. Не знаю, что там дальше. Ну, я, во всяком случае, туда не ходил. Ну, какие-то здания. Ну, то есть, это столица. Пускай маленький город, но... Ну, собственно, столицы, они все маленькие. Анкоридж здесь самый большой, но он не столица. Как у нас тоже. Чикаго, это вовсе даже не столица штата. Так. Ну, все, наверное. Ну, тут все рядом. Тут всю эту улицу можно пройти пешком. Буквально там, я не знаю, за минуту. А вот это вот... Это все туры какие-то. Вот они сходят с корабля, заказывают тур и куда-то шуруют. А, причем, интересно, непонятно во что одеваться. Вроде бы Аляска. Одеваются в теплые. Смотришь, идут назад, уже несут с собой все эти теплые вещи. Как-то так. Здесь еще ходит какой-то трамвайчик красненький. Ну, вот, может быть, если он попадется. Он, то есть он не трамвайчик, он называется... Красный трамвайчик, а на самом деле это просто такой автобус крутой. А, вот там зеленый идет. Тут еще красный есть, вот сейчас зеленый подойдет. Ну так, под старину сделано. Вон он там шурует, сейчас здесь появится. Солнечно, тепло, вообще, наверное, не всегда так здесь. Нам тут один парень рассказывал на корабле, на лодке, вернее, мы там плавали немножко, что в прошлом году в это же время было всего 15 градусов, туман, нифига ничего не видно. Вот, наверное, потому в этом году такие скидки большие. Это же вообще смешно, там за несколько сотен на 7 ночей на таком круизном лайнере. Ну все, пока. Там видно будет, может быть, еще что-то интересное. А, Грей Лейн. Оф, Аляска, вот этот вот автобус идет, я обратил внимание, почему-то сплошные
шофера, во-первых, женщина, а во-вторых, яркие блондинки. Не знаю, наверное, это какой-то прикол, что ли. Это уже несколько таких видео. Блондинку за рулем такого Мерседеса большого. Ну ладно, пока все. Вот еще момент. Вот они сейчас подойдут. И ручки надо, опа, простерилизовать. Ну, как же, неизвестно, за что ты хватался. А, кстати, здесь каждому при входе, вообще, когда мы только заходили на корабль, дали такую карточку с дорожкой, с такой магнитной. Вот мы ее, она и ключ в каюту, и здесь все время вот выходишь, ее показываешь. Заходишь, ее показываешь. Они там ее сканируют. Вот, и что-то я еще хотел сказать. А, и когда выходишь с корабля, ну, просто выходи, сканируют и пошел. А когда заходишь, опять у них там стоит маленький рентгенаппарат, и они все просвечивают, что ты с собой притащил. Ну, порядок здесь, конечно. Вот он стоит в синем, такой черненький. Вот это вся команда с этих самых, с островов, с Индонезии. Ни семьи у них, ни черта, они вообще постоянно, по-моему, плавают. И кормят своих там в Индонезии. Потому что здесь они все-таки деньги получают. А в Индонезии там, ну, скажем так, хреновато. Вот туристка, которая туда идет. Сейчас ее простерилизуют. Нет, не стало. Без того стерильно. Интересно. Вот тут сейчас слева от меня, я не снимаю, японцы идут. С маленьким совсем ребенком. Попробую я сейчас их хотя бы сзади снять. Вот они все время здесь. Совсем маленький ребенок. Вот он там выглядывает. Вот он. Как с таким можно путешествовать, бог и знает. Ну, а эти никуда не пошли, молодцы, отдыхают. Ну ладно. Пока все, эти позакрывались уже, все вот эти туры. Ну, конечно, мы сейчас, ну, собственно, сейчас уже 3 часа дня, мы через 2 часа отплываем, а больше здесь кораблей нет, так что им делать нечего. А, вот он, зелененький трамвайчик, вот он вылез. Ну, под старину. Ну, трамвайчик на резиновых колесах, просто он так называется. Опять я включился, это буквально несколько минут прошло. Просто я нашел какие-то точки. О, вот тоже тетя с нами путешествует на таком кресле инвалидном. Ну что же. В общем-то, это в Америке это абсолютно никого не удивляет. Я включился не заради тети. Она просто случайно в кадр попала. Опять цветы, смотрите, сколько цветов. Вот клумбочка, оп, не туда нажал. Клумбочка. Там дальше цветочки. И опять цветочки. Где? Вот. Висячие. Оп, клумбочка. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Все в цветах. Не знаю, уж постоянно или нет. Мужик там давно в этих цветах ковыряется. Что он там делает, я не знаю. Гадает, может. Любит, не любит. Плюнет, поцелует. И вот еще. Кстати, эти пожарники давно что-то стоят, не знаю. Пожарники и скорые, они всегда вместе ездят. Не знаю, может быть, охраняют нас. Трудно сказать. И вот еще клумба. Смотрите, какая красивая. Очень много цветов. И в городе полно их. И дальше там. Боже. Но это явно не местный. Я имею в виду не с корабля. Сейчас я его поймаю. О! Куда он взялся? Здесь с собаками нельзя. Наверное, вот именно что местный, я имею в виду, из джуны гуляет. Хорошо. Вот люди в библиотеку спешат. Конечно, не читать книжки, конечно, соединиться. Я уже говорил, что Wi-Fi здесь 75 центов в минуту. Это куда к черту. Даже если ты самый дорогой покупаешь, там за 250 долларов, 1000 минут, это все равно получается 25 центов в минуту, обалдеть. Ну, может, кто и пользуется, не знаю. Вот все еще идут, ведь скоро уже отправление. Ну, вообще-то не скоро, еще 2 часа с лишним.
А все еще люди идут. Ну ладно, я цветочки показал. Пока отучаюсь. Вот он. Какой-то канатный парень. Канатная дорожка. А и где она начинается? Сейчас посмотрим. Вот она на горе. Где она? Я не вижу. Вот. Это начало. И вниз, 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 вниз. Эй, где он закончился? И на Тихом океане свой закончили поход. Вот там где-то. Интересно. Угу. Опа, вот он. Где он? Эй. О. Пошел, пошел, пошел. Не страшно? Наверное, не страшно. Наверное, в этом какое-то удовольствие на веревочке висеть. Пошли, пошли, пошли. О, а там сверху еще один. Сейчас я их два покажу. Не, второй за кустами, в кустах спрятался. Вон там. Это точно. Вон там точно. Он вылез. И сейчас поцелуются и разойдутся. Как интересно. Друг на друга посмотреть, да? По-моему, это только покататься. Неужели там по горе ходить? Да там негде ходить. Ужас. Того не видать. А этот спускается. Неужели там живые люди сидят? Страсти какие. О, господи. Вот он сейчас там приземлится. Где-то. А тот висит. Вот он подземляется, подземляется. Плавным движением. Сколько он пилил? Минут полторы? Так где-то. А, те висят, наблюдают вокруг. Сейчас этот исчезнет. Там, наверное, смотровая площадка наверху. Ну-ка, поднимемся наверх, этот уже там. Вон он там висит. Вот он, вот он. Не знаю, там люди есть, нет? А куда же они денутся? Ужас, страсть Господня. Потерялся парень. Нашелся. Лохматый какой-то. Ну ладно. Вот трап убирают. Сейчас мы будем отплывать скоро. От этой Джины или Джуны. Опа. И трапа нет. Какой-то местный здесь. На тракторе, на подъемнике. Явно парень отсюда. Глазки зюзенькие. Ладно. Ну что, поплыли или нет еще? Блин, полшестого. Ой, уже 35 минут. Я его чтобы поснимать. Уже все вот эти желтые штуки убрали. Здесь они еще стоят. Веселятся парни. Опа. Ну что дальше?
Ну-ка, с носа. Нос не видно. Я просто хотел заснять, как мы будем отходить от этой Джаны. Во, прикольно еще. Гляньте-ка, что. Там один, там два. Поближе я их сумею подтянуть. Не знаю. Эй, вы где там? Вон они. Удовольствие какое-то странное. Ну, у людей разные удовольствия. Эй, где ты? Вон еще один. Нравится. Если бы не нравилось, то, наверное, бы там не парил. Ну, еще разок. Вот они тут все вместе. Как птицы. Как птицы. И птицы там же тоже. Парят, ребята. Интересно. Интересное развлечение на Аляске. Над такими горами, да еще парить. Опа. Поехали. Ну вот мы отплываем уже. Уже между нами полоска воды. А я включил для того, чтобы тут пара корабликов стоят веселых. Просто вам показать. Ну, примерно такие же, как у нас. Этот, наверное, крупнее немножечко. Валетта. Ништяк выглядит. Та-та-та-та-та. А вон еще один. Там. Да-да-да-да-да-да-да. Ну все. До свидания, Джуна. Или Джана. Я так и не запомнил, как его зовут. Джуна. Ну, это написано Джуна. Вот эта библиотека, я сегодня уже ее показывал. Какая-то картина тут интересная нарисована. Парковочка. Город. Эти все летают. Кренделя. Эй, вот где? Сейчас найдем. Вон они. Вот эта вышка. И вот там летучие голландцы эти. Ух ты! Еще один это норвежские слезы, или как он называется? Не помнишь название? Норвегия. Сан. Солнышко. Да, выглядит. На такую маленькую Джуну. Сейчас они там все раскупят. В магазинчиках. И прокатают все автобусы. Ну что, у нас время ужина, да? Пора отправляться. Пока-пока.